Допустим, у тебя есть идея игры, но ты не знаешь, где и как набрать команду, чтобы ее реализовать. Или уже есть игра, но ты не понимаешь, как начать ее продавать и построить на этом свой бизнес. Чтобы помочь тебе ответить на эти вопросы, мы в школе XYZ запускаем новый курс «Продюсирование игр». Привет, я Кирилл Заловкин, ведущий геймдизайнер Octobox Interactive и автор ролевого боевика Gripper. Сейчас я разрабатываю игру для Wargaming. Я работал над проектами разных жанров – головоломками, гонками, квестами, ритм-играми, стратегиями и шутерами. Чтобы сделать этот курс, я использовал весь свой 15-летний опыт разработки и монетизации. От условно-бесплатных и рекламных игр до мобильных фри-то-плей проектов и премиальных проектов для консолей. В этом курсе я научу тебя выстраивать процессы разработки и объясню, что делать с игрой с точки зрения бизнеса. То есть ты не только создашь продукт, но и поймешь, как пошагово довести его до релиза и поддерживать на разных платформах – ПК, мобильных и консолях. Ты разработаешь прототип в GameMaker, проведешь плейтест и отполируешь проект до состояния демо-версии. Ты разберешься, как анализировать конкурентов, монетизировать игру, управлять командой и подготовить презентацию для инвесторов. С этим на курсе тебе помогут разные лекторы – арт-директор, технический директор, аналитики и другие специалисты. Наш курс будет полезен в первую очередь тем, кто хочет стать инди-разработчиком и выпустить свою собственную игру. Но для работы в крупных компаниях этот опыт тоже пригодится. Курс будет проходить так. Это записанные лекции от меня и других лекторов. После прохождения лекции все записи останутся у тебя навсегда. А еще на курсе будет проверка домашних заданий, и один из преподавателей будет проводить закрытый стрим с ответами на вопросы студентов. Записывайся, и мы вместе разберем процессы, необходимые для эффективной работы в современной игровой индустрии.